26 мая в РИО губернатора Дмитрий Демешин прошелся по Амурскому бульвару вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Глава края отметил ряд проблем, среди которых разбитые асфальтовые дорожки и ямы. И люди в центральной части города смотрят и, конечно, не сильно долюбливают власть. Нам это надо менять с вами. После этой прогулки по поручению в РИО губернатора и мэра с 30 мая на Амурском бульваре закипела работа. По поручению мэра города Хабаровска и в РИО губернатора Хабаровского края управлением дорог организованы работы по ямочному ремонту пешеходных связей на Амурском бульваре. На данные работы выделено порядка 1 000 000 рублей. Данные работы выполняет МУП города Хабаровска Южная. И на сегодня уже выполнено работы по ремонту более 1000 квадратных метров. Асфальт местного производства поставляет муниципальное предприятие «Доримстрой». У них полный цикл и выпуска асфальтобетона, и контроль качества. Помимо того, что «Доримстрой» контролирует качество на выпуске на заводе, также и контролируется качество укладки управлением дорог. То есть полный цикл у нас под контролем, так как данный объект находится на контроле у Сергея Анатольевича Кравчука. Пешеходные дорожки на бульваре приводят в порядок с опережением графика. Работы планируют завершить через 10 дней. Кроме этого, управление дорог оценивает необходимость ремонта бордюров и замены брусчатки. Надеемся, что здесь будет, ну, получше, все-таки сделают как-то. Благородит. Я знаю, что Амурский бульвар, который за трамвайной линией, там он более-менее благоустроен, чем вот эта вот часть. А по этой части, извините, гуляют не только горожане, но и туристы. Ну, приятно, когда чистенько идешь. Да, грязи не будет. С 30 мая на Амурском бульваре стартовало оформление клумб. Работы продлятся до конца недели. Специалисты горзеленстроя высадят более 100 тысяч цветов. Виды цветов у нас сальвия, цинерария, агератум, ну и многие другие, что нравится горожанам. Кроме цветов, мы на Амурском бульваре подсадили елки, бересклет. Он сейчас приживется, а уже по осени будет радовать красками. В том числе высадка цветов уже завершилась на главных площадях города, Уссурийском бульваре и прудах. В этом году хабаровчан порадуют более 15 видов растений. Из новинок на клумбах появились розы и тюльпаны. Виктория Заикина, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.